Во все времена люди украшали себя различными способами. Об одном из них мы поговорим с вами сегодня. Это тату, ну или может просто татуировка. Это Рус. Рус, просто Рус, он татуировщик. Это Маша. Ну, вы ее знаете, наверное, все под никнеймом Мания. Диджей Мания, друзья, ваше внимание. Именно она сегодня сидит у нас в роли модели и делает себе новую татуху. А что это будет, Рус? Пион. Пион? Да, цветок пион. И он будет красного цвета? Ну, он будет яркий, красивый. Угу. В общем, фон, волны. Ну, в общем, у нас мы планируем всю спину сделать. Рус, когда вот люди приходят к вам делать татуировки, что вы им говорите в первую очередь? Проводится беседа с клиентом. Потому что это дело просто так не уберешь. Я сделала татуировку себе в 17 лет. Сейчас до сих пор ее убираю. Зачем сделала, неизвестно, честно скажу. Как правило, если сделаешь татуировку, обязательно хочется что-то добавить еще. Мне кажется, люди, которые делают себе много татуировок, своего рода мазохисты. Ну что, сидишь такой, терпишь боль, а глаз. А. Высота требует жертв. Вывести татуировку стоит дороже, чем ее сделать. И больнее, и дольше. Поэтому подумайте еще раз, друзья, прежде чем делать тату. Я рекомендую в первую очередь это найти себе хорошего мастера. Вот как мне узнать, кто хороший мастер? Вы приходите к мастеру, смотрите его портфолио, то есть его работы, качество работы. Рус, скажите мне, пожалуйста, ведь временных татуировок не бывает? Не бывает. Не бывает. Друзья, бывает. Вот татуировщик настоящий вам заявляет, что временных татуировок не бывает. Поэтому если вы придете куда-нибудь, вам скажут, да она через 3 года пройдет. Это ложь. Это ложь, это неправда. Да, это ложь. Ну что, Рус, на этой оптимистичной ноте на сегодня мы закончим. Да я татуировку знаю, что не закончена, да, еще? Нет, не закончена. Просто, наверное, уже тяжеловато, наверное, Маше терпеть, да? Ну да. Спасибо большое мастеру по тату Русу. Спасибо большое диджей Мани за любезно предоставленную спину в виде холста. Вот. Ну и спасибо большое салону Калибри. И помните, друзья, что если вы захотите сделать себе одну татуировку, за ней последует обязательно вторая, третья, четвертая. И вы не успокоитесь на этом. Всего вам доброго!